Вань, ну все, я пошла, а ты говоришь, что тебе надо купить. Верочка, ничего не нужно. Не начинай, а. Верочка, детка, я не хочу, чтобы ты свое время тратила на меня. Тебе надо с мальчиками на танцульки бегать, а не со старухой сидеть. Хватит того, что ты из-за меня в институт не поступила. Ба, институт никуда не убежит, а мальчики тем более. И потом я еще ни одного выдающегося экземпляра не встретила здесь. А где тебе встречать-то? В поликлинике, в аптеке. Туда одни пенсионеры ходят. Ой, ты на усы вообще мотай. А то он останешься с Мишкой куковать. Я останусь. Ой, я совсем забыла. Я Ольгу Петровну сериал смотреть пригласила. И даже чайник не поставила. Я поставлю. Все. Да беги уже. Сами разберемся. Бабулечка, скоро буду. Ольга Петровна? Что? Что? Ой, Варенька, Верочка, деточка. На секунду отошла чайник взять. Вернулась одна. Оставляю своей дочери, Лагудиной Ирине Андреевне, квартиру, находящуюся по адресу город Ковров, улица Воронцовского, дом 14, квартира 35. Вот это правильно. А, подождите, я и ничего не знаю об этом завещании, бабушка ничего не говорила. Ну что ж ты не говорила? Подписала же. Родной дочери, между прочим. А я, как известно, основной наследник. А я... там так долго жила с бабушкой. Вы можете подать в суд и, вероятно, получите свою долю наследства. В какой суд-то? Да в какой суд? Завещание написано, оно подписано, оно заверено. Может, скучала она по родной дочери? А что же вы на похороны не приехали, тетя Ира? Болела. Я же говорила. Завещание написано и заверено без всяких процессуальных нарушений. Я все проверила. А я могу взглянуть? Да, пожалуйста. Подождите. Это же написано, когда она в больнице лежала после инсульта. Она же ничего не соображала тогда. Ну ты пойди сейчас докажи. Нотариус заверил. Значит, нормально соображала. Ира, правда, не по-людски как-то получается. Вера же столько лет за твоей матерью ухаживала. И чё теперь? Уж на голову её себе посадить. Ты думай вообще, что говоришь-то. У тебя сын недавно женился. Ладно, Вер, короче, давай, собирай свои шмотки. Ну и просто как-то по-хорошему. До свидания. До свидания. Вер, ты что, собралась-таки? Да. Да в суд надо идти. С такой лохудрой по-другому нельзя. Да я в суд не пойду, у меня и денег-то нет. Поживи пока у меня. Ольга Петровна, я в Москву поеду, я в медицинский буду поступать. Поступлю, мне общежитие дадут, пока у Кати перекантуюсь. У Катьки?
со второго подъезда. Да. Она хорошо там устроилась, да? Ну да, думаю, пожить пустит. Ну ладно. До свидания. До свидания. Ой. Все-таки приехала. Молодца, поступишь в институт медицинский, все наладится. Слушай, мне так неудобно тебя стеснять. Перестань, никого ты не стесняешь. А муж? Муж в командировке, вернется через неделю. Ты вызвала такси? Нет, у нас персональный водитель. Знакомьтесь, Иван, мой двоюродный брат. Привет. Очень приятно, Вера. Очень приятно. Ну что, поехали чай пить? Ты же составишь нам компанию? Конечно, давай чемодан. Слушай, Катюша, можно чай попозже? У меня комиссия приемная, только до двух работает, надо успеть. Хорошо, перенесем. Садись давай. Спасибо. Часам к пяти. Приезжай. Если с работы отпустят. Хорошо. Как съездила? Да плохо. Заблудилась в метро, вот, сумку порвала. Да ничего, мелочи жизни. Как в институте? На бюджет не взяли. Подожди, у тебя же красный диплом с училища. Так это было 3 года назад. Сказали, только на платное возьмут. Слушай, так это вариант? Да какой вариант, Катя? У меня денег нет. Ну, не сейчас. На следующий год. Ты же работала после училища медсестрой. Найдем тебе работу сиделкой. С полным набором, с проживанием, и накопишь денег. Да кто меня возьмет, Кать? Здесь дело в технике. Важно написать правильно резюме, разослать по агентствам, которые набирают медсестер, и все. Напишешь. Пиши. Привет. Я торт принес. О, держи, возьми торт. Привет. Тут сумка сломалась. На, почини. Так. Торт поставь, пожалуйста. Чудесно. Ты вообще-то в гостях. Да мне в радость. У тебя есть дела поважнее. Ты отправила резюме? Да, в 3 агентства. Мало? Еще надо? Прям веером шли, не стесняйся. Где-нибудь обязательно сработает. Это 200%. Тебя. Алло. Да, да, здравствуйте, это я. На собеседование, да, конечно, буду, конечно, да. Ага. Ты сразу не соглашайся, если не подходит по оплате, торгуйся. Ага. Не последнее предложение, поняла? То есть у вас есть медицинское образование? Да, медсестра в больнице. Прекрасно. Я в качестве уточнения. Это очень важная опция. Что я хочу вам сказать. В целом, ваша анкета очень приглянулась нашим клиентам. Очень хорошим клиентам. Поэтому я бы посоветовал вам...
Добрый день, Аркадий Евгеньевич. Очень рад. Вот ваша кандидатка. Здравствуйте, Вера. Здравствуйте. Итак, вам 23. Вы из Коврова. А позвольте поинтересоваться, какими судьбами вас занесло в столицу? Я решила поступать в медицинский. Где живете? Временно у подруги, поэтому ищу работу с проживанием. А родственники? У меня есть тетя в Коврове, но мы не общаемся. Я адвокат и старинный друг семьи, которая ищет патронажную сестру. Я уполномочен обсудить гонорар. Это в день. О, ну, это очень большие деньги. Ну, я так понимаю, вы согласны? Вы все сможете обсудить лично в доме моих клиентов, при условии, конечно, что вы подпишете договор о неразглашении. Да, я только должна предупредить свою подругу. А это как раз по договору и нельзя. Дом находится за городом, недалеко, но добраться туда можно только на машине. Ой, а вы мне не говорили. А теперь говорю. Пожалуйста, садитесь. Если, конечно, договоритесь с хозяйкой. Ну вот и приехали. Пожалуйста. Ну вот и она. Ирма. Без отчества, пожалуйста. Здравствуйте, Ирма. Здравствуйте, Ира. У вас тут очень красиво. Спасибо. Пойдемте в дом. Как у вас здесь тихо. Звукоизоляция, она во всем доме. Это кабинет. Он принадлежит моему мужу. Вернее, принадлежал. Ой, я соболезную. Нет, Коля жив, к счастью. Просто перенес сильнейший инсульт. Аркадий сказал, что ваша бабушка тоже болела. Значит, у вас есть опыт по уходу за больными? Да, я ухаживала за ней 5 лет. А как давно ваш муж в таком состоянии? 2 года, но он так и не восстановился. Ирма... Вера, дело в том, что наша фамилия очень известная, и мне бы не хотелось, чтобы нюансы нашей личной жизни просочились в прессу. Да, конечно. А это кто? Это Мария Полонская, графиня. Она была последней хозяйкой этой усадьбы. Такая красивая. Да, здесь ей около 20 лет. В 18-м году ее и всю семью расстреляли. А в расстреле участвовал дед Николая. Потом он стал руководителем детского приюта, который здесь размещался. Я понимаю ваши чувства. Но таковы были нравы. Мы же не станем обвинять варваров за то, что они разрушили Рим. Просто пришло их время. Пойдемте дальше. Пойдемте. А где ваши родители? Они погибли 10 лет назад. Сейчас еще и бабушка умерла. Ирма, а кто ухаживал раньше за вашим супругом? Одна милая девушка, но она уехала по семейным обстоятельствам. Ясно.
А почему вы пошли в сиделки? Да я не поступила в медицинский, и не факт, что я на следующий год поступлю. Но я хотела бы продолжать заниматься. У меня ведь будет здесь такая возможность? Конечно. Коля много спит, так что у вас будет свободное время. Здорово. Это кухня. Пойдемте. Ну вот, родовое дерево семьи Гуревых. Его дед, отец Василий, был известным чиновником в послевоенные годы. Однако своим благосостоянием мы обязаны именно Николаю. О, это вы Николай Васильевич? Да, 20 лет назад. Наш старший сын Павел, именно он сейчас управляет бизнесом. И младшенький Денис. Ясно. Любите книги? Ой, очень. А можно я взгляну? Конечно. Ого, прижизненный Гоголь. Да. Сможете почитать Николая Васильевича, он будет счастлив. Ирма, а Николай Васильевич, он плохо разговаривает? Он вообще не говорит, но все понимает. Блестящий ум, потрясающие способности в бизнесе. И все это теперь пустой звук. Простите, мне трудно об этом говорить. Я постараюсь сделать все возможное. Спасибо. Спасибо, Вера. А вы знаете, я готова сегодня же взять вас на работу, но необходимо подписать контракт. Да-да, конечно, только мне нужно домой съездить за вещами. Я отправлю Аркадия, не беспокойтесь. Да, и еще условия. В нашем доме нельзя пользоваться мобильной связью, интернетом и без сопровождения покидать дом. Хорошо. Заходите, Вера. Это гостиная. Присаживайтесь. Это Джен. Наша горничная, она не говорит по-русски, но все понимает. Вы владеете английским языком? Я в школе только немецкий учила. Ну, это не важно. Пожалуйста, чай. Спасибо. Вот, пожалуйста. О, у вас и чай с жасмином. Да, у Ирмы и духи, и... Два экземпляра, пожалуйста. Ага. Вера, я могу попросить у вас ваш мобильный телефон? Да, конечно. Угу. Хотя мне же еще нужно подруге позвонить. Не беспокойтесь, я все сам сделаю. Всех оповещу. Ага. Благодарю. Подписывайте. Вань, привет. Слушай, не могу до Веры дозвониться. Что-то у нее с телефона. Он с утра уехала, куда ты пропал? Ну, не может быть же человек средь бела дня пропасть. Что? А, да. Надо позвонить сейчас в это агентство. Слушай, у меня тут где-то была бумажка с телефоном. Я тебе перезвоню. О, вот она. А это что за дом? Это флигель брата Николая Васильевича, Константина. Но он не любит визитов, поэтому общение с ним вряд ли вам доставит удовольствие. А. Степан, ты уже пятый день стрижешь этот куст. Когда ты закончишь? Сделаем. Сделаем. Сегодня закончишь. Понял меня? Да. Познакомься, это Вера. Она будет ухаживать за Николаем Васильевичем. Здравствуйте. Очень приятно. Пойдемте, Коля должен проснуться. Такой странный.
Оля, у нас гости. Коль. У нас гости. Это Верочка. Она будет тебе помогать. Здрасте. Лист предписания врача, посмотрите. Сейчас посмотрю. Ой, такой ранний подъем в 6:30. Это вам не составит труда. Ваша комната за стеной, вы сможете войти сюда в любую минуту. Ну, Коль, не злись. Это надо принимать. Будете давать по чайной ложке утром и вечером. А это что? Не помню название. Релаксант. Давай. Коль, надо. Ну, я знаю, что ты не хочешь выздоравливать. Но я тебе не позволю. Я поставлю тебя, дорогой мой, на ноги. Он что, правда не хочет выздоравливать? Еще как. Посмотрела бы я на вас. На его месте. Он был хозяин жизни, вершитель судеб. Все по струнке ходили. Все, оставляю вас. А позже представлю вас остальным. Угу. Ирма сказала, вы любите читать? Может быть, я вам почитаю? Доброе утро. Познакомься, Вера. Это Павел, мой старший сын. Очень приятно. Очень приятно. А вот и младший. Доброе Денис. Утро. Привет. Вера. Дэн. А вы необыкновенно привлекательны, Вера. Сейчас Павел управляет семейным бизнесом. А Денис? А Денис у нас лоботряс. Ничего не делал. Вернее, даже лучше так сказать. Делаю вид, что что-то делаю. Вера, садитесь за стол. Джен! Я думаю, что Вере лучше будет пить чай у Николая в комнате. Я распорядилась. Джен отнесла туда все необходимое. Хорошо, приятного вам чаепития. Спасибо. Доброе утро. Привет, Аркаш, садись. Да, мам, действительно, ты права. Чаепитие – это сугубо семейная традиция. Вы очень плохо едите, а вам нужны силы. А давайте завтра пойдем погуляем подольше. Заодно аппетит появится. Ой, извините, вы еще не закончили? Я тогда попозже зайду. А, нет. Николай Васильевич уже поел. Что-то он сегодня совсем бледный. А я вот предложила завтра погулять подольше. Ну и как он? Согласился? А вы что считаете, что он ничего не понимает и не слышит? И очень зря. С ним нужно разговаривать, нужно активировать его мозг. И вообще очень важна тактильная связь. Связь с родственниками, например. Ну вот, возьмите его за руку. Расскажите, как прошел ваш день. Что у вас нового? Извините, пожалуйста, я, наверное, пойду. Да, вы знаете, я рад, что с отцом именно вы. Николай Васильевич, это что? У вас же не прописаны инъекции.
Привет. Вера пропала. Что значит пропала? Она не отвечает на звонки. Она должна была мне позвонить. Что-то случилось, я уверена. А что сказали в агентстве? Сказали позвонить завтра. Ушел этот менеджер, который с ней разговаривал. Ты же в полиции работаешь, сделай что-нибудь. Да не волнуйся ты так. Завтра сам съезжу в агентство и все узнаю. Прямо с утра. Не волнуйся, я ее найду. Не переживай. Не переживай. Ты что, все хорошо? Вера? Как у вас дела? Хорошо. Зашла пожелать спокойной ночи. Ага. Ирма, я хотела спросить, почему у Николая Васильевича такие синяки на плечах? Ты лекарства сегодня давала? Да. Хорошо. Сосуды хрупкие. Любое прикосновение – синяк. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Удовлетворенное мщение и властолюбие заглушали до некоторой степени чувства более благородные. Надо, надо, Коль. Это каша. Ешь. Доброе утро. Привет. Вы говорили завтрак в 7. Пришла пораньше. Не спалось. Открой окно, пожалуйста. Ага. Ешь, Коля. Давай. Чувствуешь? Запахи какие. Жасмин. Попробуйте вы рефлекс. А может быть, не стоит его заставлять, если он не хочет есть? Вообще-то у нас режим. Да, но принятое без желания пищи не усваивается. Ну? Ну, тебе лучше знать. Ты же врачом хочешь быть? А давайте поедим после прогулки, а? Сегодня такое утро прохладное. А это еще что? Этого же не было. А поподробней? С девушкой все нормально. Нашла себе работу с проживанием. Адрес могу узнать? Хочу убедиться, что все в порядке. Нет, нам запрещено давать такую информацию. Посторонним людям, тем более. Я не посторонний. Ордер нужен? Могу организовать. Заодно документацию проверим. Уволят меня из-за вас к чертовой бабушке. Адрес. Спасибо. Пожалуйста. Здрасте. Мы даже с Ирмой сюда вчера и не дошли. Так. Сейчас я вас. Николай Васильевич! Николай Васильевич!
Николай Васильевич! Николай Васильевич! Николай Васильевич, вы живы? Господи, Николай Васильевич! Так, я кого-нибудь позову. Помогите! Василий, быстрее, там Николай Васильевич в воду упал, нужно помочь. Где? Где он? Стоп, посторонним сюда нельзя. Я ищу девушку, пропавшую в этом районе. Проходите. Добрый день. А почему вы решили, что это она? Я не решил, но, возможно, все. Могу увидеть тело? Ну, пойдемте посмотрим. Не она. Это не меньше недели пробыла в воде. Я так понимаю, предварительное заключение утопления? Пока да, но кто же скажет до вскрытия? Да мы каждый год из этого озера по 3 трупа достаем. И ключи вроде не бьют. Личность установили? А документов при ней нет. Возможно, путана с трассы. Тут рукой подать. А тот дом на краю леса чей? Гурьевых. Владельцев заводов, газет, пароходов. Слышали? Да. Начальство? Ну да. Начальник нашего отдела полиции. Полковник Беспалов. День добрый. Здоров. Здравия желаю. Здорово. Добрый день, товарищ полковник. Почему посторонние? Капитан Гордеев. Что вдруг? Ищем пропавшую девушку. Нашли? В процессе. Ну вот и чудно, капитан. Трудись. А мы тут как-нибудь сами. Бывай. До свидания, товарищ полковник. С ней закончили? Да, закончили. Санитары, уносите. Константин Васильевич, спасибо вам большое. Я бы его сама не вытащила бы. Вам пора. Добрый день. Дом Гурьевых. Въезд запрещен частной территории. Нужно задать владельцам пару вопросов. Тут, в общем, сотрудник полиции приехал. Нет, из Москвы. Понял, пропускаю. Проезжайте. Спасибо. Добрый день. Здравствуйте. Ирма Альбертовна Гурьева. Я. Следователь Иван Гордеев. Что опять натворил? Простите? Мой сын. Вы же для этого здесь? Да нет. Я разыскиваю Веру Ковалеву. Я знаю, что вчера она отправилась к вам на собеседование по поводу работы, но домой так и не вернулась. Вот она. Вот вы умеете напугать. Это Верочка. Вчера мы ее приняли на работу. Погодите.
Аркадий, наш адвокат, наверняка забыл позвонить и предупредить ее приятельницу. Нехорошо вышло. Все контролировать надо. А я могу сейчас увидеть Веру? Да, конечно, она на прогулке с моим мужем. А вот, кстати, они. Вера, вас тут полиция разыскивает. Здравствуйте, Вера. Вы не позвонили, Катя волнуется. Здравствуйте. А я думала, вы... Аркадий забыл позвонить и предупредить вашу подругу. Сейчас все сделаем. И водителя отправлю за вашими вещами, как и обещала. Простите, мы можем пообщаться пару минут? Конечно. Спасибо. Вера, поговори с человеком. Угу. Я отвезу его. Ирма Альбертовна, к вам опять из полиции. У нас что, медом намазано? Пропусти. Алло, Аркадий, вот где тебя носит? У нас просто филиал полицейского участка. Откуда я знаю? Приезжай, сам разбирайся. Давай. Что-то случилось? А может, ты мне расскажешь? Помогите, пожалуйста. Вот. Вер, а ты чё грязная? Да мы в озеро случайно упали. А что у тебя с телефоном? Почему он выключен? Тут такие условия. Мне пришлось его отдать. Контракт. Что за бред? Ты что, в заточении? Да нет, как видишь. Тебе не кажется все это странным? Я понимаю, это большие деньги, но... Слушай, дело не в деньгах, правда. Вера, если что-то не так, ты мне скажи, я могу помочь. Спасибо, Иван, правда. И Кате передай, что у меня все отлично. Ну, хорошо. Но если что-то не так, звони. Хорошо, спасибо. Я тебя провожу. Угу. Юрий Петрович. Здравствуйте. Чем обязаны? Ирма Альбертовна, не хотелось бы вас тревожить, но служба, сами понимаете. Сегодня утром на противоположном берегу озера обнаружили труп девушки без документов. Ужас какой-то. Ну, а какое мы имеем отношение к этой истории? Вы знаете, я хотел показать вам несколько фотографий. Ну, знаете, как бывает. Может быть, видели раньше. Труп, правда, несколько дней был в воде, зрелище неприятных, ну, все же. Ирма, Альбертович, черт, а? Ирма. Что, что такое? Воды, воды, быстро! Давайте, давайте, аккуратненько, вот так вот. Тихо, 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 тихо. Вы были знакомы? Ирма, не с чего взяли. Просто покойников не люблю. Капитан Гордеев? Как, какого рожна? Что вы тут делаете? Работаю, товарищ полковник. Ищу пропавшую девушку. Почему в этом доме? Потому что она тут. Видите? Нашли? Так точно. Ну и прекрасно. И давайте, с Богом, в своей столице. Как вы себя чувствуете? Лучше. Держи, ужасно. Бедная девушка. Но я не видела ее никогда. А вы? А я тоже ее не видела. Я тут всего 2 дня работаю. А почему вы здесь, капитан Гордеев? Мне показалось. Или вы хотели уйти уже давно? До свидания! До свидания. Я провожу коллегу. Пойдемте, капитан.
Капитан, на минутку. Слушаю, товарищ полковник. Слушай внимательно. Очень внимательно. Я на своей земле чужих не люблю. Сделай так, чтобы я тебя больше здесь не видел. У нас тут свои законы. А я думал, на территории РФ закон для всех один. А ты поменьше думай, а то голова может очень сильно заболеть. Короче, я тебя предупредил. Честь имею, товарищ полковник. Тарас был один из числа коренных старых полковников. Весь был он создан для бранной тревоги и отличался грубой прямотой своего нрава. Доброе утро, Ирма. Привет. Хочешь, угощу кофе? Эспрессо, латте? Нет. Я хотела уволиться. Уволиться? Может быть, можно узнать причину?
Я не сразу это поняла. Эта работа слишком для меня тяжелая. Ты, наверное, думаешь, что я идиотка? Причина? Просто эта девушка на озере и эти фотографии, я... Успокойся. Эта девушка не имеет никакого отношения ни к тебе, ни к нашей семье. Мне тоже ее очень-очень жаль. Но почему ты так испугалась? Ничего, я думаю, что вы найдете достойную замену. Так, я надеюсь, ты хорошо читала контракт и понимаешь, что тебе необходимо выплатить немаленькую сумму. Штраф. Да, я понимаю, но у меня сейчас нет таких денег. Какие будут предложения? А можно... Дайте мне время, я займу и вам отдам. Займешь и отдашь мне? А может быть, сделаем попроще? Может быть, ты поработаешь еще месяц? Все-таки я рассчитывала на тебя. А я в это время найду тебе замену. Нет, это невозможно. Невозможно? И ты считаешь, что я тебя должна сейчас уговаривать? Свободно. Ирма, а я могу попрощаться с Николаем Васильевичем? Быстро и до свидания. До свидания. Николай Васильевич, что с вами? Так, сейчас. Вера, что случилось? Я думала, вы уехали. Там Николай Васильевич, ему плохо. Я сделала укол, но нужен врач. Хорошо, я вызову скорую. Ага. Вы сможете с ним посидеть пока? Да-да-да, хорошо, только скорее вызывайте. Спасибо. Ну вот, так куда лучше. Сейчас он поспит часа три. И вообще, сегодня дайте ему отдохнуть. Не стоит его поднимать с кровати. А на ночь вколите ему вот это. Ага. А скажите, а если Николаю Васильевичу станет лучше, с ним можно заниматься упражнениями, реабилитацией? Да, конечно. Да. До свидания. До свидания. Я с вами останусь, никуда не уеду, обещаю. Вы поправитесь. Я еле уговорила ее остаться. Аркаш, сядь. Ну, замкнутый круг. Мы сиделки платим, как топ-менеджеру. Как подумаешь, что все заново начинать? Ужас просто. А мне кажется, не надо торопиться с выводами. Это всего лишь первая острая реакция. Не волнуйся. Все уляжется. Вера не тот человек, который боится трудностей. Ты так доверяешь? Что сказал врач? Николай Васильевич лучше, он спит. А еще я хотела бы заняться с ним реабилитационными упражнениями. Я делала нечто подобное с бабушкой, было эффективно. Я не думаю, что это хорошая идея. Надо посоветоваться с врачом. А я уже с ним поговорила, он сказал, можно. А мне кажется, это замечательная идея.
Ну, если у Веры есть опыт, пусть она займется с Николаем Васильевичем. Вера, что вам надо для этого? Только кое-какие книги и все. Ну, прекрасно. Смотрите, минут через 40 я поеду в Москву по делам. Могу завести вас в книжный магазин на Комсомольском проспекте, как раз около нашего офиса. Ирма не возражает. Хорошо. Это Вера. Ты сказал позвонить, если... В общем, я нашла паспорт этой девушки с родимым пятном с фотографии погибшей. Угу. Молодец, что позвонила. Так, нам надо встретиться. Ты можешь оттуда выбраться? Я буду через 1.5-2 часа в магазине медицинской книги на Комсомольской. Да, я знаю, где это. Там рядом есть сквер. Буду ждать тебя в нем. Хорошо, до встречи. Едете со мной? Да, сейчас, минутку. Я в машине жду. Ну, прошу. Привет. Иван, здравствуйте. Мне уже нужно будет возвращаться сейчас в магазин. Хорошо, я понял. Взяла паспорт? Нет, я его не нашла. И это очень странно, потому что он пропал сразу после нашего разговора, хотя я уверена, что меня никто не слышал. Так, ясно. Но ты запомнила имя или что-нибудь из паспорта? Да, я запомнила. Ее зовут Николаева Анна Сергеевна, 1995 года рождения, прописана в Орле. А, еще у нее на шее пятно. Помнишь, я тебе рассказывала, как у девушки с озера? Угу. Да, и еще я думаю, что она работала сиделкой до меня в этом доме. Хорошо, я все это проверю. Вер, послушай. Тебе нужно как можно быстрее уехать оттуда. Я не могу. Что значит не могу? Ты понимаешь, что это опасно? Да, я понимаю, но я не брошу Николая Васильевича. Почему? Просто я каждое утро нахожу на его руках новые синяки. Да. И вот еще. Что это? Я не знаю. Но это дает ему каждое утро. И я не знаю названия. И, возможно, это мои догадки. Но мне кажется, что его семья не хочет, чтобы он выздоровел, а наоборот. Я сдам на экспертизу, но проблема заключается в том, что дело о девушке из озера взяла на себя местная полиция. Я не могу просто так, без ордера, войти в дом Гурьевых. Вот, возьми телефон. Это мой личный. Если что, сразу звони. Хорошо? Хорошо. Все, я должна идти. Звони! Ну что, все получилось? Все купили? А, да.
У вас такой выбор большой. Ну и замечательно. Но я, кажется, купила отличные книги. Ну и замечательно. Я уверен, у вас все получится. И еще самое главное, если вдруг у вас будут какие-то проблемы, вы сразу же обращайтесь ко мне. Ладно? Не стесняйтесь. Ага. Вер, мне кажется, у нас очень неплохо получается найти общий язык. Жалко, конечно, что с болезнью Николая Васильевича в доме появились, как бы это сказать, проблемы. Но что сделаешь, деньги? Ведь большие деньги – это такая вещь страшная. Хотя мне-то что? Я ведь человек нанятый. Но подумайте, я ведь работаю уже 25 лет на них. Правда? Да, 25 лет. Так что считай, они мне тоже как вторая семья. А, Аркадий, скажите, а бывшая сиделка Николая Васильевича, она занималась с ним упражнениями? Анечка? Ой, я не знаю. Не знаю, кажется, нет. Ирма ничего не говорила об этом. А почему она так неожиданно уехала? Может быть, поссорилась с кем-то? Да ну, что вы, Анечка. У нее со всеми были очень хорошие отношения. Просто кто-то из родственников у нее очень серьезно заболел, и я помню, такая встревоженная была накануне отъезда. Да ну и понятно. Так что была она замечательным человеком. Была? Не, что значит была? Конечно, есть. Просто я говорю про то время, когда мы были с ней знакомы. Что? Не хотите это принимать? А мы не будем. Правда, я сначала посоветуюсь с вашим лечащим врачом. Слышите, все хорошо. Все хорошо. Правда. А сейчас послушайте меня. Я бы хотела, чтобы мы с вами начали заниматься. Если вы будете все выполнять, то вы скоро восстановитесь. Попробуем? Хорошо? Я просто возьму вашу руку. И попробуем. Так. И разгибаем. Вот, вы молодец. Отлично, у вас все получается. Здорово. Опа. И сгибаем. А у нас тут зарядка? Да. Это поможет вашему отцу быстро восстановиться. Да ладно, тебе он же овощ. Ничего подобного. Главное, работать и верить, и все получится, правда? Так, попробуем другой. Давай-ка мы сейчас с тобой поработаем вот над этим. Что? Тихо. Что вы делаете? Спокойно. Я буду кричать. Помогите! Денис, ты с ума сошел? Отпусти ее! Что ты здесь? Все время шастаешь. Ты совсем не соображаешь, что ты делаешь. Даже отец испугался. Извините, Вера. Отец? Что за бред-то? Он же ничего не чувствует. Вот, смотри. А, папа? Перестаньте! Вот это да. Я тебя такого не ожидал. Уходи. Да. Ну, давайте. Извините. А с Анной? Он себя так же вел, да? С Анной понятия не имею. Она не жаловалась.
Привет. Иван. Что стряслось? Ты же просто так ко мне на работу не заходишь. Да, есть одно дело. Ваня, давай коротко и устно, да? Хорошо. Около усадьбы Гурьевых в озере обнаружили труп девушки. Так. Анна Николаева, 20 лет, бывшая сиделка Гурьева, накануне сообщила, что отправляется к себе в Орел, но туда так и не добралась. Ага. Телефон выключен, последний сигнал был зарегистрирован в районе усадьбы. Вань, ты мне намекаешь на то, что мне нужно осмотреть тело. Я не намекаю, я тебя прямо прошу об этом. За мной коньяк. Вот знаешь, вот на что вот. Ладно, кто ведет дело? Местную УВД, но, судя по всему, они хотят оформить это как несчастный случай и прикрыть. Ты знаешь, что не бывает просто совпадений? Ты о чем? Недавно ко мне заходил Агеев Серега. Помнишь, он работал в Перовском УВД? Да. Так вот сейчас он занимается частным сыском. И некоторое время он работал у Гурьевых в охране. О, я думаю, тебе стоит с ним пообщаться. Отличная идея. Спасибо. Да, и еще. Можно узнать, что здесь? Давай, оставляй. Спасибо. Ваня! А? Ты про коньяк-то не забудь. Шалишь. Шалю, шалю. Николай Васильевич? Так. Да кто это делает? Николай Васильевич, просто моргните. Это Ирма? Павел? Денис? Джен? Да господи, кто? Ты спрашивай конкретно. Что вспомню, расскажу. 2 года прошло. Да я и проработал там меньше 3 месяцев. Угу. Ты когда работал, Гурьев здоров был? Как бык. Гонял нас. Суровый мужик. Но, правда, и платил по высшему разряду. Сейчас таких бабок никто не платит. Носишься целый день, а толку? С гулькин нос. Угу. А чего ушел? Я бы сам не ушел. Его инсульт разбил, и нас на следующий день всех на холодок одним махом. Кто? Супруга. Жесткая дамочка. Даже не снизошла объяснить, почему. Хотя я догадываюсь. И почему? Да все до кучи. Сначала пропала племянница Гурьева, Лида. Прямо на территории усадьбы. То ли утонула, то ли еще что. Мы все с ног сбились ее искать. Гурьев тогда сам на себя был не похож. Нашли? Нет. Он частных детективов нанял. Та же песня. Пропала девчонка. Вот тогда-то на нервике с ним и произошло все это. Ясно. А Ирма решила, что мы виноваты. За девчонкой не углядели и потом не нашли. Хотя и место там нехорошее. Про жену брата Гурьева. Слышишь? Нет. О. Короче, мать этой самой Лиды. Собственный муж убил. Ого. Ого. 15 лет ему дали. До сих пор сидит? Нет. Вышел. Я сам его не видел, он после нашего ухода вернулся. Но говорят, он странный. Да. Оно и понятно. Жену пришил, дочка пропала, брат инсультник. Станешь тут странным. Ну и местечко. Я тебе больше скажу. У них тут в озере труп девушки нашли. Судя по всему, бывшая сиделка Гурьева.
Ах, Иван. Не лез бы ты туда. Усадьба и вправду поганая. Ну что? Спасибо, Серега, что помог. Здравствуйте. А вы можете поставить в комнату Николая Васильевича какие-нибудь цветы? Ладно. Например, белые. Степан, скажите, а вы часто видели, что Анна, бывшая сиделка, гуляет по саду с Николаем Васильевичем? Не знаю, не замечал. Я работаю. Простите, если я что-то не так сказала. Где же Мишка? Утро доброе. Привет, милый. Садись. Доброе утро. Можно это? Спасибо. Чё притихли-то? Я возьму. Денис, тебе не кажется, что начинать утро с коньяка – это не лучшая идея? А, поставь. А я начал с шампанского. Как тебе? Как-то. А что, нормальной закуски нет у нас? О, вот это я понимаю. Мам, я тебя прошу, чтобы больше никакого алкоголя не было за завтраком. Джен, забери бутылку. Ой, не нуди, ладно? Паш. Паш, ну не будь ханжой. Мальчик расслабился. Мальчик, мама, не напрягался. Спасибо. Ты, конечно, умеешь напрягать людей. Как же ты меня достал.
Что ты постоянно указываешь мне, как жить? Денис, Паша, хватит. Да пошли вы. С самого утра мозг выносите. Денечка. Какой к чертям Денечка? Чего ты сюсюкаешь? Мне 20 лет. Так, перестань орать. Извинись перед матерью. А ты чего раскомандовался-то? Ты тут папашу из себя не строй, ладно? Приятного аппетита. Мам, я тебя прошу, перестань с ним нянькаться. А кто будет с ним нянькаться? Ему отец, между прочим, не завещал компанию, как тебе. Мама, отец, слава богу, жив. А если говорить о завещании, то у Дениса отличное пожизненное содержание, и компания ему абсолютно не нужна. А Лидия она нужна. У Лидии был выдающийся коммерческий талант. Зачем ты сейчас про это вспоминаешь? Ну, вот сейчас-то она тебе чем мешает? Да никогда она мне не мешала. Просто я считаю несправедливым то, что Николай оставил старшему сыну и племяннице компанию, а младшему содержание. Ну что, все сходится, Вань. Смерть насильственная наступила до утопления и беременность 6 недель. Ого. А ведь это мотив. Ты про Гуревых? Да. Слушай, но для начала, чтобы с ними разобраться, нужно установить, та ли это девушка, которая работала у них сиделкой. А о пропаже Анны Николаевой никто заявление ведь не писал, она ведь детдомовка. Да. Но и у следствия та же самая версия, проститутка с трассы. Знаешь, а между прочим, у Веры тоже нет близких родственников. Видимо, это основной критерий при выборе сиделки у Гуревых. Потенциальная жертва? Вполне возможно. Нужно уговорить Веру уехать оттуда. Это еще не все. Читай. Не может быть. Этим пичкают Гурева? Неудивительно. Как он после этого вообще жил? Надо срочно встретиться. А я не могу приехать в Москву. Я сам приеду. Ты можешь к озеру выйти? К озеру? Ну, я тут с коляской гуляю. Жди меня на берегу. Я через 2 часа буду. Идет? Да, договорились. Здравствуйте. А вы что, не на работе? Вот ты решил провести время с отцом. А вы отдохните пока. После обеда меня смените. Хорошо. Ладно. Привет. Привет. Как? Нормально. Насчет того пузырька. В нем обнаружили следы флунитрозепама. Если вкратце, то передозировка приводит к коме. Возможен летальный исход. Кто-то намеренно травит Гурьева. Значит, я была права. Вер, тебе нужно уезжать отсюда. Подожди, а следствие начали? Пока нет. На это нужно время. Так вот времени нет. А что с девушкой, которую нашли в озере? Она была убита до того, как попала в озеро. И она была беременна. Господи. И еще. Это не единственная странная смерть в этой усадьбе. А, Вань, чтобы ты мне сейчас не сказал, я отсюда не уеду, пока я не выясню, кто травит Николая Васильевича. Но ты упрямая. Да.
Степан, здравствуйте. Дерево на аллее упало. Надо убрать. Я это... цветы принес. Белые. Ого. Константин Васильевич. Константин Васильевич, помогите мне, пожалуйста. Я знаю, что Анну убили. Я встретила Степана с топором. Чертово место. Здесь всегда что-нибудь происходит. Старая графиня, ее проклятие. А Мария Полонская, да? Все женщины, которые жили здесь, плохо заканчивали. Они либо сходили с ума, либо погибали. Ваша мать тоже? И мать, и бабка. Обе умерли при весьма странных обстоятельствах. Про мою жену вы, конечно, знаете. Знаю. Потом Лидочка пропала. Теперь вот Анна. Уезжайте. Уезжайте скорее. Иначе рискуете быть следующей. Привет. Здрасте. Че, напугал? Нет. Слушай, может, хватит ломаться уже? В смысле? Ну, давай нормально, как взрослые люди. Я вас не понимаю. Сколько? Чего сколько? Ну, денег сколько? А вы Ане тоже деньги предлагали? Не, я не предлагал. Только тебе. Леша Степанович. Денис, мне нужно поговорить с Верой. Май, я занят немножко сейчас здесь. Дэн. Дэн. Так, какие успехи с гимнастикой? Пока не впечатляюще, я думаю, рано об этом говорить. А я думаю, самое время. Вы готовы продемонстрировать всей семье ваши успехи? Да. Угу. Отлично. А мы все вместе будем решать, стоит ли вам заниматься дальше. Хорошо. Все. Ух ты, капитан, опять тут что-то потерял? Да, вот решил пройтись вдоль озера. Оно же не в частных владениях? Нет, но прилегающая территория – это моя епархия. Ну, это так, напоминаю. А я не забыл. И наоборот, решил помочь расследованию. Иди ты. Да. Каким же образом? Выяснил личность утопленницы. Это бывшая сиделка Гурьевых. Николая Ивановна Сергеевна. 95-го года рождения, зарегистрирована в Орле. Интересно. А сегодня соседка Николаевой сообщила об ее исчезновении. Я это учту. А ты, капитан, не гуляй здесь больше. Погода нынче, видишь, какая переменчивая. Ты ведь простудишься. Все здесь, все пришли вас поддержать. Вы готовы? Начнем? Опа.
почем билет нашел? Или у нас сегодня промоушен? Да помолчи ты уже, садись. Николай Васильевич, давайте повторим наше упражнение. Просто браво. Браво. Потрясающе. Коля, молодец. Я потрясена. Очень рада за тебя. Пап, это было здорово. Ты такой молодец. Я уверен, такими темпами мы с тобой еще и в футбол сыграем. Только не сдавайся. Вера, спасибо вам большое. Ждем кого-то? Да нет, вроде. Юрий Петрович, а вы не предупреждали? Ситуация, извините. В общем, мы установили личность погибшей девушки. Это Анна. Так. Я так понимаю, я один не в курсе? Паша, просто я не хотела беспокоить. Юрий Петрович приносил уже фотографию. О, да, для опознания. Но, к сожалению, тело слишком долго было в воде. Мам, почему я об этом узнаю только сейчас? Паша, я не знала, что это Анна. Я думала, какая-то незнакомая девушка деревенская. Ну, в общем, вы знаете, кому-то из вас надо поехать со мной на опознание. У нее, к сожалению, нет родственников. Нет. Уж меня оставьте. Понимаю. Да, хорошо, я поеду. Вот и прекрасно. Здравия желаю, товарищ полковник. Здравия желаю, товарищ полковник. И тебе, Гордеев, не болеть. У меня к тебе вопрос. Какого рожна ты ошиваешься около Гурьевых? Это еще что такое? Товарищ полковник, я... Тебе что, своих дел мало? Что это за самодеятельность? Короче, чтобы больше на территории усадьбы ни ногой. А пока вот. Раз у тебя свободного времени много, займись-ка. Висяки за прошлый год. Хорошо, товарищ полковник. И что больше на тебя жалоб не поступало. Исек. Так точно. Слушаю вас. Да. Мам, а что все это значит? О чем ты, Павел? Я только что был в морге, и это Анна. А вы почему-то все не опознали ее по фотографии. Да, лицо изменилось, но не узнать очень сложно. Паш, ты же знаешь, как я боюсь покойников. Да я смотреть на фотографию не могла. Мне плохо стало. И потом я так надеялась, что это не Анна. А Денис? Ну, ты же его знаешь, как всегда, с похмелья был. Так, ладно, хорошо, понятно. А Степан-то почему ее не опознал? Ну, это ты у него спроси. Чай хочешь? Нет, спасибо. Вера, как у вас дела? Хорошо. Мне бы хотелось побыть с мужем наедине. А мы еще не закончили занятия. Занятия? Угу. Ты впрямь считаешь, что до завтра это не может подождать? Нет, останавливаться нельзя. Mm-hmm. И еще я бы хотела поговорить с врачом Николая Васильевича. Врач, да? Он будет на следующей неделе. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Все будет хорошо. Джен, вы меня понимаете? Степан и Анна, у них что-то было? Они были вместе? Степан и Анна. Anna went to Stefan every night. Ночь вдвоем вместе.
Какая подсобка? Что с вами, Вера? Ничего. А? Аркадий, мне кажется, за мной Степан следит. Степан? Вот тебе. Что за ерунда? Ему-то это зачем? Я не знаю. А вы не помните, какого цвета был чемодан у Анны, бывшей сиделки? Чемодан? Не помню. Хотя, подождите. Такой жуткий цвет, да? Оранжевый. Вот-вот. И что? Просто я видела его в подсобке, но я не смогла зайти, там дверь закрыта. Странно. Обычно всегда открыто. Ну хорошо, давайте пойдем посмотрим, у меня ключ есть. А где? Там, в углу. Ну да, это ее чемодан. Срочно звонить в полицию. Черт, я телефон дома оставил. Я сейчас. О, Господи. А чего? Степан. Это же раненые вещи. Откуда? Только не убивайте. Там Аркадий, он уже с полицией поехал. Чего? Ты что думаешь, это я ранен, а? Нет, нет, я ничего не думаю. А? Пожалуйста, не приближайтесь, я буду кричать. Помоги! Тихо, подожди, подожди, только не ори. В сарае. Он даже не думал его прятать. Так. Давайте быстрее. Там Зельера. Бог его ведает, что у него на уме. Отцепить территорию. Вас понял. В эту дверь. Давайте, давайте. Давайте. Тихо. Тихо. Аня, я не любил. Слушай, я не любил. Слушай, они же тебя уцепили. Помоги! Что ты на меня смотришь? Преступник захватил заложника. Оказал сопротивление при задержании. Был убит. Неправда. У него даже оружия не было. Зачем вы стреляли на поражение? Капитан, слушай, а ты края-то не попутал, а? Ты задаешь вопросы старшему по званию. Или что, может, твоему начальнику снова позвонить? А может, задержать тебя за проникновение на территорию частной собственности? Остыл? Ладно. Мне сейчас не до тебя. Ты пойдешь со мной для дачи показаний. Дайте ей успокоиться. Вы что, не видите, в каком она состоянии? Хорошо. Позже поговорим. Вер, ну все, успокойся. Я просто не понимаю, почему он его убил.
Я тебе обещаю, я все выясню. Хорошо. Мне нужна книга Васильевича, он там совсем один. Кажется, эта женщина похожа на княгиню Полонскую. Ангелина. Мама Лидочки. Николай Васильевич, что? Что вы сказали? Это Ангелина, мама Лиды. Вы же говорите. Так, надо всем сказать сейчас. Нет. Это Ирма. Что она мне колола? Это какой-то наркотик. Он сильно повлиял на вашу память. Да. Да. Я считаю, что вам нужно пройти полное обследование, только у другого врача. Да. Павлу скажи. Хорошо. Откуда? Откуда это у тебя? Что ж ты нос суешь не в свои дела вечно? Дайте мне. Коля? Коля, ты заговорил. Колечка, боже, как я счастлива. Колечка. Ирма. Да, милая. Прекрати этот цирк. Что это значит? Пора. Навести порядок в этом доме. Это невозможно. Чудес не бывает. Ну что мы обсуждаем? Сейчас сами все увидим. Я думала, это конец. Я был уверен. Ну, посмотрим, посмотрим. А вот и наш папа. Отец. Спасибо, Павел. Ну, здравствуйте. Николай Васильевич, вы даже представить себе не можете, как мы все счастливы. Садись, сядь.
Ну, что вы, как на похоронах? Как видите, я жив и почти здоров. Вопреки желанию многих здесь присутствующих. Отец, ну, зачем ты сейчас? Погоди, Павел. Коля, а что ты такое говоришь? Мы все очень рады. Мы благодарны Вере. Мы... Помолчи, Ирма. Теперь я буду говорить. Вы двое, Ирма и Денис, никуда из дома не выходите. Чё это вдруг-то? Чё случилось-то? Павел, офисную охрану перевести в дом. Здешних в офис. Это срочно. Да, конечно, пап, но ты объясни. Потом. Ирма. Денис. Мобильный на стол. Что? Ты со мной разговариваешь? С тобой. Идиотизм. Да, папаша, ты, походу, еще не в адеквате. Мобильник, я сказал. А то что? Наследство меня лишишь? Хорошая идея, сынок. Я не вполне понял. Ты действительно считаешь, что мама и Денис... Паша, давай это потом обсудим. Хорошо. Лучше вот что. Ты доктору позвони. Я ему доверяю. Пусть завтра утром приедет. Хорошо, договорюсь. И еще. Подготовь информацию по делам в компании. Завтра с тобой поговорим. Ладно. Ну что, давай я тебя вложу. Паш, не надо. Лучше вон там мне... Книгу подай. Спасибо, спасибо. Ну, давай. Посчитаю. Угу. Я тебя потом позову. Хорошо. Константин Васильевич. Ну, как он, Коля? Хорошо, держится молодцом. Он всегда был сильным. А скажите, он случайно не спрашивал? Про вас нет. Но хотите... Нет, я... не надо. Ничего не надо. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Да, сердечная мышца совсем дряблая. Ничего, мы ее подпитаем. Сосуды гуляют. Вообще ваш организм серьезно ослаблен. Только не говорите, доктор, что мне мало осталось. Справимся, ничего не такое видели. А когда будет готов результат анализа крови? Завтра уже сообщу. А вы видели другие назначения? Там такое написано. Черт знает что. Странно, что вообще печень не отказала. Вот что. Вот вам ампулы.
На первую неделю хватит. Колоть каждый день. Угу. И я еще напишу список. Потом через недельку мне отзвонитесь, и я приеду, и будем решать, как вас дальше лечить. Павел, проводи доктора. И съезди в аптеку, купи все, что необходимо. Хорошо. До свидания. Всего доброго. До свидания. До свидания. Спасибо вам. Вера, послушайте. Я хочу, чтобы доступ к лекарствам моим имели только вы. Угу. И еще. Позвоните вашему другу, ну, тому, которому звонили, договаривались о встрече у озера. Вы все слышали? Слух-то мне не отказал. Ладно, отдыхайте. Странно, что ни у кого не возник вопрос, от кого была беременна утопленница. Но мы же можем определить это сейчас. Теоретически. Ты же не можешь дать официальный запрос. Ты ведь не ведешь это дело. Все в доме говорят, что девушка была в связи с убитым садовником. Так, Вань, давай я позвоню по старым связям. Как что-нибудь проявится, я тебе сообщу. Ладно? Спасибо. Давай. Опа! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Я думал, ты не из пугливых, птичка. Да, однако быстро ты оперилась. Вам чего от меня надо? Слушай, ты думаешь, на это все лапу наложить? Вы чего мелите? Что значит на все? Ну, ты из меня идиот-то не делай. Думаешь, втерлась к отцу в доверие. Получится им крутить? Вы знаете, мне надоели ваши угрозы. Тихо, тихо, спокойно. Я тебе вот что скажу. Ничего тебе не выйдет, дорогуша. И валил бы ты обратно в город. Но знаешь, здесь всякое случается. Вы мне что, угрожаете? Не, просто волнуюсь за тебя. Вера, что-то случилось? На вас лица нет. Что он вам наговорил? Да, ничего. Я уже привыкла к выходкам вашего брата. Если что, вы сразу же мне говорите, я разберусь. Угу, спасибо. Николай Васильевич, пора делать укол. Да, Верочка. Мне кажется, в этом доме небезопасно оставаться. Может быть, стоит вызвать полицию? Не надо, полиция. Это мой дом, все под контролем, я сам разберусь. Секунду. Здрасте. Здравствуйте. Здрасте. Иван. Верочка, там в тумбочке верхний ящик. Черную папку достаньте. Дайте Ивану. Там материалы. 2 года назад пропала Лида. В тот вечер я сказал ей, что она мне не племянница, а дочь. Да, я любил жену своего брата. Я просил Ирму ничего не говорить, Кость. Но надо знать Ирму. Она все рассказала Константину, что потом началось. Трудно себе представить.
ты наделал, скотина? Убью тебя! Вы сказали, что сообщили Лиде. Я все ей рассказал, она была потрясена и в тот же вечер пропала. Ее искали безрезультатно. И тогда со мной это и произошло. Вы, Иван, должны мне помочь найти ее. Хорошо. Здравствуйте. Николай Васильевич, вы просили зайти? Я просил подождать в кабинете. Извините. Ладно, раз пришел. Переделаешь, Верин, контракт. И никаких особых условий сделаешь. Дашь мне посмотреть. Да, конечно. Через полчаса будет готово. Могу идти? Иди. Усадьба в полном вашем распоряжении. Что происходит? Вам нельзя покидать помещение. Я хочу подышать воздухом. Николай Васильевич запретил. Я хочу просто выйти в сад. Нельзя. Хорошо, а к мужу в кабинет я могу пройти? Минуту, я свяжусь с начальником охраны и выясню. Прием. Тут Ирма Альбертовна, она хочет... Пройти к мужу в кабинет! Николай Васильевич распорядился никого к нему не пускать. Вера, а где Иван? Он еще здесь? Он осмотрел комнату Лиды, собрал все материалы и уехал. Понятно. Вот дневник Лиды. Передайте Ивану. Может, пригодится. Я могу взглянуть? Да, конечно. А она часто пишет про какого-то Стаса. Это кто? Да, был такой мальчик. Жил в поселке тут с бабкой. Лида с ним дружила в детстве. А потом перестали общаться? Нет, не перестали. Письма писали друг другу. На бумаге. Так необычно в наше время письма. А где они? Письма? Угу. В комнате у Лиды. Слышь, ворота открыл? Нельзя, я не могу. Я сейчас разнесу все к черту. Ну, а я чего? Дело ваше. Шеф, у нас проблемы. Иди к черту! Денис. Денечка, я все понимаю, но прошу тебя, не надо усложнять. Усложнять? Ты что, прикалываешься, что ли? Куда больше-то? Я тут как в тюрьме, я даже в бар не могу зайти. Там стоит тамбал с потрепанной рожей. Что происходит-то? Я тебе обещаю, все будет хорошо. Только нужно немножко потерпеть. Потерпеть? А я уж потерпел, пока отец откинется. И что толку? Выйди, пожалуйста, из машины. Выйди из машины. Да пошли вы все.
Чего смотришь? Паш. Чш. Заснул. Я хотел поговорить с ним, а он заснул. И завтра с утра тоже не получится. Рано уезжаю. Встреча с японцами. Вот и хотел посоветоваться. Вера, может быть, погуляем в саду? Такой день хороший. Пойдемте. Хорошо. Красиво у вас здесь. Да, у вас, наверное, не было времени погулять. Все время проводили с отцом. Спасибо вам большое, Вера. То, что отец пришел в себя, это ваша заслуга. Да ну что вы, он очень сильный. Я вообще думаю, что он уникальный человек. Да, вы правы. Отец действительно удивительный человек. Но беда в том, что ему очень сложно соответствовать его ожиданиям. А мне кажется, он вас очень любит. Да, я знаю, но даже несмотря на это, с самого детства у меня не покидает ощущение, что он как будто все время ждет от меня чего-то большего, а я все время его разочаровываю. Да что вы, он гордится вами, и вообще вы единственный, на кого он может сейчас положиться. Правда? Конечно. Спасибо вам большое, для меня это очень важно. Павел, я думаю, что вам просто нужно верить в себя. Да, наверное. А расскажите что-нибудь о себе. Да что, у меня обычная жизнь. Никаких секретов. Но секреты очень быстро утомляют. Не замерзли? Всю ночь просидел над отчетами частных сыщиков, которых нанял Гурьев. Они прошлись по всем связям Лиды. Школа, институт, подруги. Но ни одной зацепки. Как в воду канула. Слушай, Вань, думаешь, она живая? Ну, пока будем отталкиваться от этого. А этот парень, Стас? А вот это очень интересный вопрос. Он единственный, кого не прощупали. Сразу после исчезновения Лиды он лег на лечение в неврологию. Судя по всему, парень с неустойчивой психикой. Маньяк, что ли? Ну, почему сразу маньяк? Такой тихий гений. Домашнее обучение, школа экстерна. Сейчас мучится и работает одновременно. Знаешь, кем? Кем? Ведущим IT-технологом. Это еще не закончив институт. Парни прекрасные, будущее. Подожди, а какое это имеет отношение к нашему делу? Мне кажется, нам будет полезно с ним пообщаться. Думаешь, он согласится разговаривать? А это мы сейчас узнаем. Мы приехали к его дому. Пошли? Пойдем. Может, его нет дома? Добрый день, полиция. Нам надо задать вам несколько вопросов. Я вообще-то на работу собираюсь. Мы ненадолго. Ну, заходите. У меня важная встреча, так что давайте недолго. Когда вы в последний раз видели Лиду Гурьеву? А я, кажется, уже говорил вашим коллегам. Мне было лет 10 перед переездом из поселка. А что? Но вы же переписывались с ней после. Вы спрашивали, виделся ли я с ней. А у вас есть ребенок? Нет. Это сестры, она иногда заезжает с племянницей. Извините, я очень спешу. До свидания. До свидания.
Ну и тип. Да, странный, так нервничал. Это потому, что он врет. Нет у него ни племянницы, ни сестры, вообще никаких родственников. Я все проверил. А ты молодец. Наблюдательный. А еще ты очень красивый. Я тогда на вокзале сразу заметил. Я заметила, что ты заметил. Ну, что мы будем делать? С нашей наблюдательностью? Со Стасом. Пока ничего конкретного на его связь с пропажей Лиды не указывает. Но он очень сильно занервничал, когда нас увидел. Надо подумать. Я отвезу тебя к Гурию. Гордеев, где тебя носит? Я когда сказал мне отчеты по висякам выдать? Тебе опять на работе нет? А я предупреждал. Какое ДТП? Ты меня что, за идиота держишь? Рассказчик, мигом сюда. Вер, прости, я не смогу тебя отвезти, мне надо на работу. Ай, да, конечно, без проблем. Давай я позвоню Павлу, у него тут в двух шагах офис на Садовнической. Подкинешь? Да, конечно. Здравствуйте. Добрый день. Знакомьтесь, Павел, это Иван, капитан полиции. Вы не могли бы отвезти Веру в усадьбу, а то я опаздываю на работу? Да, конечно, какие вопросы? Пока. До свидания. Личная охрана? Да нет. Иван выполняет поручение Николая Васильевича. Какое поручение? Я не могу пока сказать. Николай Васильевич просил не говорить. Ну, пойдемте попьем кофе. Пойдемте. А что, у нас спиртного дома нет? Нет. Отец распорядился. А больше этот инвалид ничего не выдумал? Козел старый. Денис, держи себя в рамках. Да чё мне ваши рамки? Слышу, ты с утра опять бойствуешь. Николай Васильевич, как ваше здоровье? Прекрасно. Неожиданно, да? И не смей хамить охранникам, они выполняют свою работу. Денис, слышишь, я тебе. Поедемте, Верочка. Николай Васильевич, здорово, что да. Вы снова с нами. Я слышал, вы сделали какие-то распоряжения по компании. Когда бумаги подготовить? Когда надо будет, узнаешь. Угу. Поедем. Как себя чувствуете, Николай Васильевич? Прекрасно. Прекрасно, Верочка. Особенно, когда смотрю старые фотографии, как будто переживаю эти моменты заново. Хотите со мной? Ой, с удовольствием, если можно. Вот эта Лидочка со мной на пляже. Она всегда хорошо плавала. А здесь она с Денисом. Фотографии смотрите. Ну да. Ой, а здесь как будто бы Лида что-то рисует, да? Нет, она там головоломку разгадывает. Она всегда такой была с детства. И школу закончила экстерном в 16, и потом на мехмат поступила сама.
Да, я хотел даже, чтобы она руководила моей компанией в будущем. Да. Она бы с этим справилась точно лучше, чем я. Но наш бизнес казался ей скучным. А это кто? Это мама Лидочки, Ангелина. Какое интересное кольцо у нее на руке. Фамильное. Кольцо графини Полонской. Оно Лидочке досталось. Угу. Извините, давайте дальше смотреть. Алло, Иван? Кажется, я нашла раскладку. Добрый день, что вы хотели? Добрый. Мне нужно поговорить со Стасом Рыбиным. Звоните Стасу, пусть выходит внутрь вас. Пустить я не имею права. Почему? Правила. А если я с ордером приду? С ордером, пожалуйста. Круто. А что это так секретно? Это спрашивайте у директора. У нас все по спецпропускам. Понял. Я успел ее сфотографировать. Вот, смотри. Ну да, вроде она похожа. Ну что, сообщаем Гурьеву? Нет, я думаю, пока не нужно. Слушай, она 2 года не имеет с ними никаких контактов. Хотела бы, объявилась бы, так? Ну да. Тем более она наверняка знает, что он лежит с инсультом. В прессе периодически просачивается информация. Ну, значит, либо она вычеркнула отца из жизни, либо... Либо чего-то боится. Пока никаких попыток с кем-то связаться со стороны вашей жены и сына не было. Он буянит, она заперлась в своей комнате. Понятно. Найдите доктора, который выписывал мне всю эту дрянь. Пусть еще расскажет. Хорошо. Вот. Это все камеры, которые нам удалось найти, пока не привезли оборудование. Мониторы находятся в комнате охраны. Надо проверить комнату Ирмы и Дениса. Будет сделано. Вы что-то хотели? А, вы Лидия? Лидия Гурьева. Уходите. Я от вашего отца. Он пришел в себя.
вы меня нашли. Я увидела кольцо на фотографии в квартире Стаса. И чего вы хотите? Лидия, ваш отец пришел в себя и сразу же возобновил поиски. Вы прячетесь, вы кого-то боитесь? Ну, а как вы хотели? Меня почти целый год искали люди Ирмы. Я ей нужна исключительно мертвой. Теперь понятно, почему Стас так нервничал. К нему уже приходили, спрашивали обо мне. Послушайте, Лида, вы же не можете всю жизнь бояться и прятаться. Николай Васильевич, он во всем винит себя. Он знает, что вы на него обижены. Я просто хочу спокойно жить со своим ребенком и со Стасом. Тем более... Хотя вы правы. Поначалу мне было очень больно. Я когда вышла из комнаты дяди, отца, я вообще ничего не соображала. Мне казалось, что небо рухнуло на землю. Чё реветь-то теперь? Чё? Чё ты смотришь? Знаю всё. Мать рассказала. Да, ну и семейка у нас. Что ты тут делаешь? Уходи сейчас же. А я всё думал, гадал. Чё он над тобой так трясётся? А он, оказывается, наш общий, слышишь? Папаша. Вот молодец. Везде поспел. Убирайся, я сказала. Ты дрянь. Такая же дрянь, как твоя мать. И правильно сделал дядя Костя, что грохнул ее. Я переплыла озеро, и все. Больше не хотела никого видеть из Гуревых. И поехали к Стасу? Он был моим единственным другом. А у вас был какой-то план? Да какой план? Я спряталась у него в квартире, а потом он привез меня сюда. Вот и вся история. Послушайте, Лида, вы должны вернуться домой. Да, я скучаю по дому. Она жива? Лида жива. Только я прошу вас, не волнуйтесь. С ней все хорошо, вы сами скоро все узнаете. Мы договорились о встрече. Хорошо. Куда собралась? Я решила встретиться с отцом. А где ребенок? С няней. С отцом? Подожди, объясни все толком. Ну, мне нашли его люди, и папа пришел в себя и хочет меня видеть. Это те двое, которые были у меня в квартире? С чего ты взяла, что они от твоего отца? Может быть, это ловушка? Может, это Ирма все подстроила? Нет, я уверена. Ты знаешь, я сам хочу, чтобы мы перестали прятаться. Это невозможно бегать так всю жизнь. Но кто даст гарантии? Это может быть очень опасно. Все будет хорошо. Ты уверена? Да.
Вы мне обещали не волноваться. Лида. Лида. Доченька моя. Я не могу поверить. Прости. Прости меня. Прости ради Бога. Мне так много нужно тебе сказать. Господи, как я счастлив. Я знал. Я чувствовал. Папа, пожалуйста, давай не будем больше говорить о прошлом. Хорошо, моя дорогая. Не будем. У нас так много всего впереди. Замечательного. Как ты живешь, доченька? Завтра сам все увидишь. Я познакомлю тебя с Машкой, с твоей внучкой. Внучкой? Лидушка, Лидушка моя. Вера, мне кажется, я не смогу уснуть. Не могу во все это поверить. Я сейчас вам сделаю укол, и вы спокойно уснете до утра. Хорошо? Угу. Так, давайте. Переворачивайтесь. Так. Ну что, готовы? Ой, хорошо. Готов. Так. Ой. Ну вот. Давайте. Опа. Ну? Спасибо вам. Я... Ник... Что? Что? Николай Васильевич, что... Господи, Николай Васильевич, ой, мамочка. Николай Васильевич. Что случилось? Отойди, Коля. Колечка. Я просто сделала ему укол. Коля, дрянь! Ты только что убила моего мужа! Бля. Колечка! Thank you.
Значит так, ДНК садовника не подходит. Отец ребенка, твоя утопленница Мила. Так, что теперь? Брать образцы ДНК у всех мужчин в доме? Ты следователь, тебе виднее. Ладно, допустим, я это как-то решу. А сколько по времени займет исследование? Сложно сказать. Вот-вот должен прийти английский экспресс-тест. В этом случае дело нескольких часов. Эрик Давидович, там криминал привезли. Вроде бы отравление. Посмотрите. Вот с кем приходится работать, а вы? Но у меня же через час окончание смен. Иди. Так. Ладно, на связи. Вань, стой! Николай Гурьев. Что? Так, моя девочка. Сегодня мы пойдем знакомиться с дедушкой, да. Дедушка у нас хороший. Так, а сейчас мы пойдем гулять. Какая у нас погода? Николай Васильевич Гурьев, скончавшийся после продолжительной болезни, будет похоронен на Троекуровском кладбище Москвы. Прощание с телом покойного начнется с полудня четверга. Не может быть. Вы знаете, в доме все было нормально, пока не появилась эта девица. Да, в последнее время она вела себя очень уверенно, я бы сказал, даже нагло. Знаете, я практически не сомневаюсь в том, что Коля попросил ввести ее препарат, она не отказалась. За долю в наследстве. А что, ваш муж переписал завещание? Да в этом-то все и дело. Вот, день назад. Так. Я тогда еще подумал, что-то в этом есть подозрительное. Смотрите, смотрите. Да, но почему вы его скрыли? Это не совсем законно. Это копия. А, ну да. Так. Да. Интересное кино. А почему вы так уверены, что это убийство? Я уверена. Потому что у нее это не впервые, у нее бабушка также погибла. Вы проверьте. Только тогда ей не досталась квартира. Вот она и решила взять реванш. Мы проверим, мы все тщательно проверим. Она ведь такая невинная. Вы знаете, она умудрилась Николая против нас настроить. Не знаю, как у нее это вышло. Видимо, наговорила что-то. А он больной человек. Много ли ему нужно? Да, вот такие они теперь проныры, провинциальные девицы. Так, давайте уточним некоторые детали. Итак, вы прибежали на крик сиделки. Да. Константин Васильевич, вы мне скажите, что я не виновата, что я ничего не сделала. Я ведь тебя предупреждал, девочка. Надо было уезжать. Идите вперед. Да. Да, иду. Паш, сынок. Павел, хорошо, что ты пришел. Юрий Петрович хотел с тобой переговорить. Я бы тоже очень бы хотел поговорить с Юрием Петровичем. Да, имейте в виду, что против Веры я свидетельствовать не буду. А вот кто и как убил отца, я очень скоро выясню. Я заказал независимую экспертизу. Какую экспертизу? Почему ты со мной не посоветовался? Потому что, мам, этот вопрос я решаю сам. Где Вера? Она околдовала тебя? Она убила твоего отца. Мам, хватит уже. Отца убили, его больше нет с нами, а вы тут устраиваете. Если я узнаю, что кто-то приложил к этому руку,
если я… Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а где Вера? Мне очень нужно с ней поговорить. Это что, запрещено? Она же не арестована. Вторая дверь, налево. Спасибо. Юрий Петрович, когда я смогу забрать тело мужа? Он настолько настрадался при жизни, что мне бы не хотел, чтобы его терзали после смерти. Я хочу все сделать, как полагается. Я понимаю, но экспертиза займет некоторое время. Это состав крови, лимфы, содержимое желудка. Избавьте меня от этих нюансов. Да, конечно. Мы будем благодарны, если вся эта история не просочится прессу. Ну и, конечно, рассчитываем, что все это будет сделано оперативно, быстро. Мы будем очень благодарны. Конечно. Но процедура есть. Процедура? Постарайтесь. Все правильно. Я сделала ему укол и лекарство взяла из сейфа. Там лежали препараты, которые были прописаны новым врачом. И код от сейфа знала только я. Ира, успокойтесь. Я знаю, что вы говорите правду. Я не знаю, как это произошло. Я до сих пор не могу поверить, что Николая Васильевича нет. Я тоже. Но нам нужно взять себя в руки. Я прошу вас не подписывать никакие бумаги, никакие протоколы без адвоката. Понятно? А я найду адвоката самого лучшего. И еще, Павел, я не знаю, насколько это относится к смерти Николая Васильевича, но Лида нашлась. Мы с Иваном нашли ее, и вчера она встречалась с отцом. И я знаю, что она, как и вы, наследница компании. И она говорила мне, что ее очень долгое время искали и даже хотели убить. Вера, почему вы молчали? Почему вы мне об этом сразу не сказали? Потому что Николай Васильевич и Лида просили меня об этом не говорить. Это не моя тайна. Я потому и молчала. А теперь, когда Николая Васильевича нет, я думаю, что Лида в опасности, и вы должны ее найти и помочь ей. Здравствуйте. Мне рекомендовали вас как лучшего адвоката по уголовному праву. Да, извините, Павел Гурьев. Да-да, тот самый Гурьев. Нет, юридическая помощь нужна одной девушке. Ее обвиняют в убийстве моего отца. В 2 часа? Хорошо. Давайте встретимся тогда сразу возле отделения. Запишите адрес, пожалуйста. Ну что, Вань, острая коронарная смерть. Но ткани внутренних органов изменены. Возможно, это отравление. А почему труп сюда привезли? Это же не твоя территория. Сын заказал экспертизу. Павел? Да. Я взял жидкости на химсостав. Нужно исключить эвтаназию. И мне сказали, что задержали сиделку. Вера. Ваня! Ваня! Ну что, признаваться будем? В чем? В убийстве. Гурьева Николая Васильевича. Вы с ума сошли? Я нет. А вот вы были крайне неосторожны. Ведь Гурьев умер сразу после укола, который ему сделали именно вы. Это был его обычный укол. Послушайте, только не надо упираться, а? Ну, вы же сами запутаетесь в деталях потом, ну что вы. Я не делала ничего плохого. Вы сделали это за долю в наследстве? Все верно? Чего? За какую долю? Я думаю, что не маленькую. Но вы молодец. Вы все правильно рассчитали.
Я ничего не рассчитывала. Вы вообще что такое говорите? Вы неплохая актриса, но, знаете ли, факты, вещи прямо, ну, как не банально это звучит. Гурьев ведь вписал вас в завещание. Я не понимаю, о чем вы говорите. Ну, хватит уже! Разыгрываю здесь бедную овечку. Из вашего контракта убрали особые условия. Это раз. Вы выезжали с территории, где могли приобрести любые препараты и потом подменить их. Это два. И только вы знали код от сейфа. Это три. Я ничего плохого не делала. Ну, все, все. Мне уже надоело слушать. Самое главное, завещание Гурьева. Для меня все ясно. Пишите. Вам же лучше будет. Пишите. Да. Здравия желаю, товарищ полковник. Капитан Гордеев. Ну вы-то тут с каком переляху? Я узнал, что Веру Ковалеву задержали по подозрению в убийстве. Слушай, капитан, а ты ничего не попутал? Я ведь тебя, кажется, уже предупреждал. А? Я просто хочу понять, на каком основании ее арестовали. Она не арестована. Ну, как ты сам понимаешь, погостить у меня пару дней в КПЗ она может с полным на то основанием. Я могу побеседовать с ней? Нет. Почему? Потому что для этого нужно мое разрешение. Я ведь тебе говорил, капитан, не ходи на мою территорию, а то поранишься больно. Все, иди отсюда, не утомляй меня. Запомни, здесь я решаю, с кем беседовать и кого задерживать. Свободен. Разговор окончен. Да, слушаю. Павел, добрый день, это Иван Гордеев. Примите мои соболезнования. Мне жаль. Да, спасибо большое. Вы что-то хотели? Мне нужна ваша помощь. Вы же знаете, что это не первая смерть в вашем доме. Предыдущая сиделка Анна Николаева была беременна. Отец ребенка не Степан. Мне нужно взять образцы ДНК всех мужчин в доме. Официальным путем я пойти не могу. Вы что, смеетесь? Вам не кажется, что все это не к месту? Мне кажется, что это более чем к месту, и именно в этот момент, потому что обе смерти связаны между собой. Хорошо. Что я должен сделать? Вы можете мне помочь? Это радует и бодрит. Так. Я говорю, так что ж вы раньше-то не сказали? Да, это кардинально меняет дело. Лида,
Папу убили. Я знаю. Проходи. Мать считает, что это эвтаназия. Нет, это неправда. Он хотел жить. Он был так счастлив узнать, что у него есть внучка. Мы должны были сегодня встретиться. Да. И отец ни при каких обстоятельствах не стал бы подставлять Веру, но перед смертью он переписал завещание. И Вере отходит большая часть. Ее обвиняют? Да. И Вера сказала, я тоже так считаю, что тебе угрожает опасность. Я уже позвонила Стасу. Лида, послушай, может быть, пока все не уляжется, тебе, вам вместе уехать куда-нибудь? Нет, на этот раз я не побегу. Иначе так и придется всю жизнь прятаться и убегать, а я не дичь. Ты такая же, совсем не изменилась. Ты, главное, знаешь, что я у тебя есть. Я знаю. Денис, Пусть куда ты собрался? Встань, а? Денис! Куда ты собрался, сыночек, а? Ну, а что мне тут торчать? Сейчас не время ссориться. Отца больше нет. Павел займет его место. Тебя в завещании нет. Мне просто нужно, чтобы он назначил тебя своим заместителем. Мать, ты что, с дуба рухнул? Каким к ядрёне фене заместителем? Я просто попрошу по суду свою часть и все дела. Тогда все останется в его руках. Слушай, да мне вообще пофигу на эту вашу компанию. Денис. Да что тебе надо? Я же сказал, я не буду ничего делать. Не напрягай. И Пашке будет проще откупиться от меня. Ладно, хорошо. Хорошо. Завтра ты просто съезди со мной на кладбище. И по дороге мы все спокойно обсудим. Сынок, ну я это все делаю для тебя. Ты как будто не слышишь меня. Да слышу. Только ты это не дави, ладно? Юрий Петрович, знакомьтесь, это адвокат Вера. Добрый день. А зачем Верочке адвокат? Мы уже все уладили. Она у меня в кабинете отдыхает. Минуточку. Господин адвокат, можете ехать. Ваша Верочка не задержана. Я отпустил ее под подписку. Подождите, вы же сами сказали, ничего не понимаю. Пойдемте, я вас провожу. Дождитесь меня, пожалуйста. Идемте. Хорошо. Паша, я рада, что ты пришел. Вера, а что ж вы ничего не поели? Мне не хотелось. Вы не могли бы нас оставить? Да, конечно. Спасибо. В смысле? Я тебе потом все объясню. Послушайте, Аркадий, держать эту девицу здесь у меня нет никаких оснований. Вот будут результаты экспертизы. Да, тогда и вообще, давайте так. Давайте вы свои проблемы будете решать сами. Ну, а мне какой резон ссориться с новым хозяином усадьбы, да и вообще всего гурьевского бизнеса? Что значит о чем? Главный наследник кто? Павел. Ну, вы сами показали мне завещание. А она, между прочим, его невеста. Что вы несете? Какая невеста? Кто вам сказал? Вы сами-то понимаете, что вы говорите? Я... Бред какой-то. Слушайте меня. Нет, это вы меня слушаете!
У вас у самого рыльца в пушку, так что знаете что? Держите свой язык за зубами. Мой вам совет, пожалуйста. Просто дрянь какая-то. Добрый день. Как вы попали сюда? Не волнуйтесь, ваша охрана меня долго не пускала. А вы считаете, они должны вас пускать? Или у вас есть официальные полномочия? Значит, это с моей стороны моя добрая воля, верно? Безусловно. У меня очень мало времени. Что вам надо? Дело в том, что Вера передала мне ампулу от препаратов, которые вы вводили своему мужу. И? Я думаю, вы сами прекрасно понимаете, чем вы его травили. Но на всякий случай, вот заключение экспертов. А где доказательства того, что сиделка сама не вводила препарат, а потом подбросила все эти ампулы? На ампулах отпечатки пальцев. Ваши отпечатки. И ваши. Я думаю, с вашей стороны было бы благоразумно способствовать снятию с Веры обвинений в убийстве Николая Васильевича. Молодочек, но вы-то сами понимаете, что все эти так называемые улики в суде не будут иметь никакого значения. Изъятие было неофициальным. Так что служить доказательной базой в суде оно никак не может. Но есть результаты анализов крови, которые были сделаны накануне смерти Николая Васильевича. И, судя по ним, его очень давно стали пичкать психотропными препаратами. По крайней мере, до того, как здесь появилась Вера. Ну, знаете ли, все это пока слова. 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 А эти ваши анализы, это так просто, Филькина грамота. Поэтому знаете, что у меня к вам просьба. Покиньте этот дом. Прошу, пожалуйста. Пожалуйста, вас никто не задерживает, поэтому будьте любезны. А вы переживали. Видите, как здорово. Вера уже на свободе. Поздравляю. Павел, что происходит? Мама Вера, моя невеста. Мать моего будущего ребенка, и она будет жить здесь со мной. Паша, ты с ума сошел? Какая невеста, какие дети? Она убила твоего отца. Мам, об этом мы с тобой поговорим позже. Ну что ж, я рад, что все так завершилось. Вера, ты очень устала сегодня. Тебе нужно идти отдыхать. Пойдем. До свидания. До свидания. И вам. До свидания. До свидания. Смотри, камера. То есть увидеть код было несложно. Слушай, так если посмотреть материал, можно увидеть человека, который поменял препараты? Ну, я думаю, запись уже стерли. Но я все равно проверю. Вера, знаешь, Лида мне рассказала о покушении на нее. И она считает, что за этим стоит моя мать. А что касается смерти моего отца... Паш, я правда понимаю, что в это сложно поверить, ты но... Ты тоже так думаешь? Я должен быть в этом абсолютно уверен, абсолютно, понимаешь? А дядя Костя? У него есть все причины ненавидеть отца. Он 15 лет отсидел, вернулся и даже не смог с отцом наладить отношения. Потому что он был уже после инсульта. И Лида потом пропала. Ты прекрасно знаешь, что он не заходит в этот дом. Да знаю, знаю я. Извини. Вер, ты на ногах не стоишь.
Был трудный день, иди спать. Да, я не могу, если честно. Все время Николай Васильевич перед глазами, этот шприц. Мне кажется, я ужасно виновата. Нет, ты не виновата. Откуда ты могла знать, что находится в этой ампуле? Так ты себя совсем изведешь. Надо жить дальше. Тебе лучше перебраться ко мне в комнату. Мало ли что, а я расположусь на диване. Да я лучше дверь покрепче закрою, правда. Меня теперь, наверное, никто не тронет здесь, я же твоя невеста. Да, кстати, насчет невесты, может быть, ты подумаешь об этом всерьез? О чем? Чтобы ей стать. Нет, прости, я не могу, правда. Прости. Ты уже на ногах. А я к тебе как раз. Доброе утро. Доброе. Что-то случилось? Случилось. Новости плохие. Из Саратова звонили. Там аудит устроили. Такие недостачи обнаружили, знаешь. Позакрывали все наши проекты. Директор лежит в больнице с инфарктом. В общем, полный паралич в филиале. Не знаю. Чего-то скверная ситуация там. Надо ехать. Срочно. Срочно в Саратов. Только этого еще не хватало. Прям очень не вовремя. Совсем нет на это времени. Ну, знаешь, вовремя, не вовремя. Ты теперь глава компании. Так что ты и должен там быть. И твой отец поступил бы так же. Все, Паша, все. Время пришло. Вопросы надо решать. Самому. Да, вот именно, самому. Поэтому в Саратов я не полечу. Разрулить можно все отсюда. Сейчас я поеду в офис и пробуду там, пока все не улажу. Паш. Аркадий, маме скажите, что похоронами занимаюсь я, похороны в понедельник. Я скажу. Ты точно уверен, что ты не полетишь? Абсолютно. Черт. Твой отец полетел бы в любом случае. Я не мой отец. И не нужно на меня давить, я сам в состоянии принимать решения. Идите работать, Аркадий. Увидимся в офисе. Увидимся. Вера, как вы? Удалось поспать? Нет, не очень. Понятно. А у нас на работе ЧП, поэтому весь день сегодня проторчу в офисе, а вечером приеду сюда с Лидой. Сегодня же мы должны все выяснить до конца, и я прошу, чтобы вы меня дождались. Вы должны при этом присутствовать. Да, конечно. Да. Отвезете Гордееву образцы ДНК? Это он меня просил. Я все собрал, как он проинструктировал. Передадите? Да, да. Вера. Mm.
Я решил, хотя все это было мне очень непросто, я решил, что я посажу того, кто это сделал, кем бы он ни был. Паш, я хотела вам сказать, что Николай Васильевич вас очень любил и гордился вами. Я знаю это. Спасибо, мне приятно. Иван, нам нужно встретиться. Денис, куда ты собрался? Там туса одна намечается. Я надеялась, мы с тобой поговорим. Слушай, ну а что говорить, Пашка-то уехал, а мне что-то торчать. Ладно, езжай, но, ну, пожалуйста, будь все время на связи со мной. Ты можешь понадобиться мне в любую секунду. Мне еще эту дрянь надо выгнать из дома. Ладно, хорошо. Только ты это, не трезвонь мне каждый час. Привет. Привет. Отойдем? Мне очень жаль, что все так получилось с Николаем Васильевичем. Да, это кошмар. Вот, тебе просили передать анализы ДНК. Спасибо. Вера, я... Вань, я хотела сказать, что между мной и Павлом ничего нет и никогда не было. Правда. Я это все придумала, чтобы меня отпустили. Вот. Я надеюсь, ты больше не вернешься в этот дом? Нет. Меня попросил Павел сегодня приехать. Он привезет Лиду, хочет во всем разобраться. Хочешь, чтобы я присутствовала? Я тоже приеду. Хорошо. Вера, здравствуйте. Здрасте. Я очень рад, что вас отпустили. Только зачем вы сюда вернулись? Я хотела бы... Не стоит. Правду вы здесь все равно не найдете. Послушайте, Вера, выпейте со мной чаю. Пожалуйста. С удовольствием. Пойдем? Пойдемте. Спасибо. О, пахнет мелиссой. Это и есть мелисса. Я после нее немного лучше сплю. А то ведь, знаете, у меня бессонница. Часа в три ночи проснешься. И все думаешь о прошлом. О том, чего нельзя. Нельзя уже изменить. Нельзя простить самому себе. А теперь вот Коля. Мы ведь с ним так не поговорили. Да вы чай пейте. Спасибо. Скажите, он про меня так ничего не спросил. Константин Васильевич, я думаю, он просто не успел. Не успел. А вы хорошая, Вера.
Вы очень хорошая. Я прошу вас приехать сегодня и вскрыть его в присутствии всех наследников. Да, мы будем ждать вас в усадьбе. До встречи. Мне немного не по себе. Все будет хорошо, я же рядом. Ну что, поехали, сестренка. Надо закончить этот фарс. Я с новостями. Отец ребенка Денис Гурьев. Ну, пришел тот самый английский экспресс-тест. Вань, ну вероятность 92%. Так, вызывайте наряд, я еду к Гурьеву. Телефон. Нет, я его не видела. Вы говорите по-русски? А что тебя так удивляет? Джен прекрасно понимает по-русски. Иди, Джен. Я полагаю, что пришло время тебе собрать свои вещи и, наконец-то, покинуть этот дом. Больше тебе здесь делать нечего. Павел просил его подождать. А ты серьезно считаешь, что Павел здесь все решает? Ошибаешься, дурочка. Я здесь хозяйка. Да? Да. Именно поэтому вам было удобно, чтобы Николай Васильевич был как растение. Как ты заговорила. Молодец. А вот это не твое дело. Поняла меня? Убирайся из моей жизни. Смотри, как... обнаглела. Легла под моего сына и думаешь, что можешь все? Да что вы себе позволяете вообще? Не шуми. Вещи давай собирай. Алло. Да. Да, Ирма Гурьева. В чем дело? Что? Что? Ирма. Что? Что? Итак, Гурьева Ирма Альбертовна, вы обвиняетесь в покушении на убийство Ковалева Веры Сергеевны, а также являетесь подозреваемой в деле об убийстве вашего мужа, Гурьева Николая Васильевича. Мне надо поговорить с моим адвокатом. Ну что ж, это ваше право. А вот и ответ.
Смотрите. Это комната Гурьева. Видите, камера находится прямо напротив сейфа. То есть код от сейфа легко увидеть, потом можно открыть сейф и применить препарат. Хорошо, это мы приобщим к делу. Что здесь происходит? Что случилось? Гражданка Гурьева была задержана во время покушения на убийство. А в момент нападения у нее было изъято огнестрельное оружие. А меня ты тоже не хотела убивать, тетя Ирма? Все пошло не так, да, Ирма? Ты больше не дергаешь за ниточки. Столько раз представляла, как вернусь сюда. Но не при таких обстоятельствах. Мне пора ехать в город, сменить няню. Да, конечно, я отвезу. Лида, а вы не хотите поговорить с Константином Васильевичем? Нет, я пока не могу, извините. Да, конечно. Вер, поехали. Сейчас. Мне нужно больше информации по делу. Понимаю, что вы занимались этим неофициально, но тем не менее, у вас должны остаться материалы. Да, конечно. В ближайшее время вам все привезу. Хорошо. Вер! Послушай, я хочу поговорить с Константином Васильевичем. Хочу ему все рассказать, чтобы он все знал. Да, Вера. Слушай, ну, со мной же больше здесь ничего не может произойти. Константин Васильевич, это Вера. Константин Васильевич. Павел? Да. Это Иван. Слушаю. А вы не знаете, где Аркадий? Почему его не было в усадьбе? Вообще, он не все время в усадьбе. Он обычно в офисе, но... Но не в этот час. Держи, пей.
порядке? Хорошо. Кто подменил ампулы? Ты или Ирма? Ты диктофон еще включи, чтобы мои показания записывай. Но ведь это ты все придумал. Глушить Гурева препаратами, чтобы он жил как овощ. Сам в это время распоряжался всем. Через Ирму. Но Гурев пришел в себя и стал активно действовать. А это не входило в твои планы. И ты убил его. Да пошел ты, знаешь, куда? Убил. Ну, этот ваш Гурев. Та сейчас меня неблагодарная. И всегда таким был. Я на него работал 25 лет. 25 лет я пахал на него. Что в результате получил? Шиш! Даже ночное управление у директоров. Скотина. Зачем ты убил Анну? Она узнала о препаратах и хотела заявить в полицию? Или шантажировала беременностью от Дениса? Что тебе надо от меня? Ты сначала докажи все это. Гиблое это место. И богатство ваше поганое. Я-то думал, все несчастья из-за меня, я ведь убил. Ты не убивал ты никого. Придурок. Что? Ничего, что непонятно, не убивал ты никого. Идиот, юродивый. Это Ирма все сделала. Все, поехали. Добрый вечер. В чем дело? Управление собственной безопасности. Я вижу, вы заняты. Что вы хотите? Дело Анны Николаевой и ключи от сейфа на стол. На каком основании? Ордер устраивает? Открыто. Лида. Лидочка. А мы вот пришли знакомиться. Это Маша. Моя внучка. Машенька. Они должны скоро прийти. Угу. О! Наконец-то вы пришли! Привет. 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 Проходите. Привет. 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 Папа, Павел! У нас два
Есть повод отметить. Ух ты, важное событие. Хватит. Что такое? Давай показывай, показывай. Новость номер один. Вера у нас студент. Вот. Поздравляю. Молодец. Ух ты, какие как гости. Я рад вас видеть. Привет, привет. Здрасте, здрасте. Здрасте. Привет. Паша, а Вера у нас теперь первокурсница. Будем праздновать. Да ты что, поздравляю. Сейчас мы это дело запечатлим. Давайте. Выстраивайтесь под фотографию. Пойдем. Давай. Вот смотри. Так. А ну? Какой второй повод? А второй повод. Я сделал Вере предложение. И она согласилась. Ну, тогда ура.